Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси. Соответствующий документ был принят сегодня в первом чтении Палатой представителей. Он будет способствовать созданию дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации риска вызовов и угроз национальной безопасности страны, а также повышению эффективности государственной системы управления. Начинаются испытания белорусской вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Разработку первого опытного образца планируется завершить к осени. В 2021 специалисты приступят к производству, и тогда в массовом порядке начнется иммунизация населения. В Брестской области с 1 июля введен местный сбор за пересечение границы. Его ставка – одна базовая величина за одно транспортное средство. Такое решение принято Советом депутатов региона и будет действовать до января 2023-го. Научные разработки в сфере беспилотного транспорта будет вести новый резидент Великого Камня. В планах компании сотрудничество с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем. Бобруйск готовится с размахом отметить День города. В программе «Приезд делегации», «Открытие социальных объектов», благотворительная акция «Запрошаем смачно есть», праздничный концерт и салют. Подробную информацию можно найти на сайте Bobr.life.